Спортивное событие вызвало большой интерес. На трибунах собралось более 3500 болельщиков. До начала игры были подведены итоги конкурса на лучшую фанатскую речевку о футбольном клубе «Сочи». Ее авторы получили подарок от клуба – сертификат на уикенд в горах. Город готовится принимать уже в следующем году Кубок Конфедераций. Потом пойдет чемпионат мира 2018 года. Поэтому я думаю, что тема футбола, она сегодня для Сочи очень актуальна. Право разыграть первый мяч в сезоне было предоставлено почетным гостям церемонии. Что касается игры. В первом тайме хозяева владели преимуществом, создавая куда больше опасных моментов. Однако всякий раз сочинцев подводила реализация. Не улыбнулась удача и во втором тайме. А вот гости одну из своих редких контратак использовали по максимуму, заработав пенальти. Игрок «Чайки» Эдуард Лусякян хладнокровно пробил в девятку без всяких шансов для нашего вратаря. 1-0 «Чайка» празднует победу. Футбольный клуб из Ростовской области проходит в следующую стадию Кубка России. Сочинцы выбывают из турнира и теперь сосредоточат свои силы на чемпионате страны. Первая игра в зоне юг 2-го дивизиона у дружины из города-курорта намечена на 29 июля. Предстоит гостевая встреча с командой «Краснодар-2».